друзья, наступил уже Новый год 2023. Придаю вам большой привет из горной Шории от Дедушки Мороза. Вот он, красавец, исполняет любые желания. Нужно только в них верить, и все у вас сбудется, все будет хорошо. Прекрасные символы горной Шории и Снегурка, тут как тут. Верьте, все светлое, обязательно все сбудется. Мы сами формируем реальность из наших мыслей, желаний. Формируется действительность. Мишка. Мишка зеленый из горной Шории. Вот он, Шерегеш. Я люблю Шерегеш, я люблю нашу планету. И Россию люблю, и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и другие страны. И Америку тоже люблю. Все страны люблю. Нет плохих людей. Есть плохие поступки, но поступки совершаем мы, люди. Иногда хорошие, иногда плохие. Это все зависит от нас с вами. Вот. Нас объединяет жизнь, нас объединяет желание быть любимыми и любить. Желание быть счастливыми и жить, просто жить и наслаждаться жизнью. Здесь и сейчас. Мы все в полном составе здесь, в горной Шории, живем и наслаждаемся жизнью. Жизнь прекрасна, пока она есть, пока мы ее проживаем. Цените каждое мгновение, цените свои семьи, своих близких, любите. Излучайте любовь, излучайте уверенность, счастье, внимание друг к другу. И тогда будет нам всем счастье и мир на этой прекрасной земле. Какая красота! Тем более, тем более. У меня уже руки болят держаться за водителя. А я не... Откинься назад и все, я вон так. У меня болтает, я подпрыгиваю на поворотах. Сейчас еще в группу скажем пацанам. Держимся. И вот мы здесь, на вершине горы. А ну-ка сюда. Эй! Помаши рукой. Помашите рукой. Зачем перчатки? Не снимай. Вау, какая красота! Какие просторы, Артём, ты посмотри! Вот жизнь нам дана, чтобы можно было наслаждаться такой красотой.
Йо-хо-хо! Обалденительно вообще. Ты замерзла? Папа. Да. Мама, повернись. Пойдем, иди. Уху, мама, полюбуйся, какая же вокруг красота. И мы живем, мы это все видим. Бог это все создал. Ура, Артем как фантомас. Ура! Как же здорово и круто! Эй, Шерегеш! Горная Шория, ура! Ура, Горная Шория, мы здесь! В этих прекрасных просторах, энергия гор! Принимаем эту энергию! Просторы вселенной, Шория, я тебя услышал, я здесь. Мы в горной Шории, ребята. Ура. Мы услышали горную Шорию, услышали ее зов, приехали сюда со всей семьей, мы здесь. И мы наблюдаем эту красоту, места силы. Неимоверные места силы. Ура. Мы здесь. Нравится? Даже как тебе нравится? Сильно? Хорошо нравится? А мне ты нравишься, ты знаешь? Да, мне ты нравишься. Ура! И мой сыночек нравится. Вот он. Золотой, бриллиантовый. Ой, там пещера. Куда ты полез? Там тоже пещера, видишь, глубокая. Расщелина, глубокая пещера. Туда можно бубух упасть. Горная Шория. Прекрасная страна. Создана создателем. Неимоверная красота. Просторы. Горы, просторы. Ура! Мы камень вытаскиваем из земли. Это молот Тора. Ю-ху-ху! Молот Тора вытаскиваем. Меч, кладенец. Сейчас крышку откроем, а там другое измерение. Там другой мир. Великий Алтай, поклон тебе большой за эту красоту, духовность, за глубины. Ура! Настоящие шаманы и волхвы. Боже, как же красиво. Ого. Сен, ты как там? Сопли по всему лицу, мой Валечка. Облака видны прям, да? Красота. Красиво, во! Ага. Вот так. Покажи палец вверх. Вверх палец, вот так скажи. Во, как классно. Ага. Тут нужно, да, Галь, успокоиться, уравновеситься. Такое спокойствие классное. Смотрите.
за мир во всем мире. Обнимаю всю землю, дарю любовь, излучаю с самим собой. Пусть все люди земли живут в мире со своими близкими и родными. Так и будет, так и есть. Так и есть. Спускаем этот мир, эти ощущения на землю, на равнину, в низину. Да будет так, так и есть. Пришло время жить мирно, жить дружно.